Много лет назад свои первые медали на этом турнире завоевали известные на весь мир спортсмены, как Мария Филатова, Алексей Тихоньких, Валентин Могильный и многие другие. Не так давно эти соревнования открыли миру имена таких гимнастов, как Анастасия Ильинкова, Никита Игнатьев и Андрей Лугутов, которые и сейчас защищают честь нашего города и страны на различных соревнованиях. Самое главное, что тех ребят, которыми мы по праву сейчас гордимся, тех, кто прославляет Кузбасс на всероссийской и на мировой арене, они ведь также начинали с самых маленьких своих шагов к победе. И, может быть, сегодня из тех ребят, которые впервые принимают участие в этом турнире, делают свои первые громкие шаги в спорте, уверен, вырастут настоящие звезды. На церемонии открытия соревнований 9 воспитанникам регионального центра спортивной подготовки по спортивной гимнастике был присвоен разряд кандидатов в мастера спорта. А спортсмен Андрей Черкасов был удостоен медали 75 лет Кемеровской области. Не забыли организаторы поздравить и тех, у кого 1 июня день рождения. После торжественного открытия гимнасты отправились на помост, где каждый старался сделать все возможное для победы. Неплохо себя показали на этом турнире ленинские гимнасты. За 2 соревновательных дня в копилку команды они принесли свыше 20 медалей разного достоинства. Настоящим открытием этих соревнований можно считать нашу гимнастку Ксюшу Горшкову. Девочка в многоборье по программе 2-го разряда смогла завоевать главный кубок, а также 2 медали в отдельных видах гимнастического многоборья. Я хочу зарабатывать всегда первые места, тем самым я стану олимпийской чемпионкой. Самый главный итог – это вот опыт, который ребята приобретают на таких соревнованиях, именно с этих соревнований, с детских, и начинается дальнейший их путь в спортивной карьере, в спортивной гимнастике. Возможно, совсем скоро победители и призеры этих соревнований смогут засверкать на мировом гимнастическом небосклоне. И с олимпийских пьедесталов уже они будут говорить юным гимнастам девиз этого турнира «Поверь в свою мечту». Виктория Спицына, Александр Иванов, Ленинск ТВ.